Всем здравствуйте! Знаю, что узор рачий шаг получается не у всех. Его можно заменить другим способом обвязки края, который намного легче. Это короткое видео, которое, надеюсь, поможет многим. Это рачий шаг. А это не рачий шаг. Но узор очень похожий на него. Все очень просто и, думаю, понятно без лишних слов. А на сегодня все. Всего вам доброго!